Вполне приемлемо. Вот у меня сейчас такое состояние, я не знаю кому, но может быть Александр, вот вы. Вы знаете, Алфеева выдворили отсюда, как он прощался за ним, какие были должности, нигде претензий, дескать, не было. А за что же его убрали-то с такой важной должности? Я сейчас этим вопросом занимаюсь и готов уже отвечать. Пожалуйста. Я прочитал все предположения, какие есть. Три предположения самые сильные, а остальные так слабенько. У меня совершенно другой подход. И при том подход не от того, что я тут нашел, а от того, как он сейчас себя ведет. Он скрыть не может этого. Вот вопрос серьезный? Да, очень, очень серьезный. Вот так. И заставляет задуматься. Да, я вот сейчас, если отойдете, я выставлю, как-то мне надо сделать, чтобы прочитать можно было. Прочитать. Давайте, давайте прочитаем. Какие три причины? Так оно у меня на экране, на рабочем столе. А вы в чат скиньте, Игнат Тихонович, попросите это Владимира, чтоб в чат скинул, я зачитаю. Давай. Сейчас, Володя. Так я сейчас туда отключаюсь оттуда. Нет, нет, хорошо. Нет. Или как? Не надо, сейчас. Не надо. Зачем? Не надо. Свернуть надо или что? В чат заходите. Подожди, да? Мне же все взять тут-то надо. Вы сверните. Ну, давай теперь. Все, ближайший круг, вот тут все есть. Это я закрываю. Закрывайте. Так. Вот маленечко я сейчас. Это. Вы не остановили. Сейчас, сейчас. Мне надо вот эти версии все дать, потому что это версии не мои. И они очень сильно к делу подходят, но не они. Видишь, я отношу это к тому, что тут так, подожди-ка. Игнат Тихонович, пока подключаете, вот брат Николай Астахов говорит, что... 6 страниц. Почти что. А, ну ладно, мы лучше тогда послушаем сначала. Вообще-то цифру 8 что-то. Да. Да. Ну и вот это вот. Так. Вот так. Я сейчас скопирую. Куда мне его вставлять? Отдельно сейчас я вот здесь вставляю. Скайп, сейчас, заходи. Подожди. Вот здесь. Вот так. Ну и это остается. Я теперь вот это показываю. Какой рабочий стол. Митрополит Волоколамский и Ларион. Все, все как надо. Все, давай теперь. Куда мне его девать? Закрыть надо. Закрою. Все, в скайп заходите. В скайп захожу. В чат. Вот это вот. Да. Дальше. Все, вставляйте. Вставлять? Да. Ctrl-V. Все, отправляйте. Все, пошел? Да. Так, принимаем. Получили? Пока нет. Ждем. А как? Сейчас придет вот. Игнат Тихонович. Идет, идет. Сейчас. Загружается. Идет, спотыкается. Она что-то это, восклицательный знак поставила почему-то. А почему не пришло-то? Что-то не пришло. А каждое напротив, каждое сообщение восклицательный знак красный, кружочки. Это предупреждение какое-то. Большой файл большой, да. Что, не вмещается? Надо в Word. В Word надо загрузить и Word'ом отправить. Так он Word'ом я... А, имеете в виду это? Все понял. Ну-ка ты открой-ка рабочий стол. Все. Я понял, что надо сделать. Вы тот файл закрыли, который вы сейчас скопировали? Ну, я не знаю, надо посмотреть. Ставили который? Я его не закрыл, а может закрыл. Вот он стоит. Ну, надо закрыть, она там должно быть этот. Не-не, сейчас. Открой. Сейчас вот там митрополит Волоколамский, все. Все, отправили. О, все, открываем. Ну вот, открываем. Теперь давай. Это самое последнее данное, которое просто так обойти нельзя. И об этом многие догадывались, но сути дела. До конца не узнали. Так. Так, минутку. Можете открываем. Засчитать. Да, вы можете засчитать. Это людям не помешает никак.
Да. Так, видно на экране? На экране-то я не вижу. Володя, иди сюда. Вот видно теперь, да. О, видно. Сейчас я чуть-чуть... Раскрасить не успел. Ага, я сейчас вот увеличу немножко. Да. Ну, считайте вслух или кого позовите. Да, я прочитаю. Господи, благослови. Благослови, Господи. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Аминь. Митрополит Волоколамский Иларион Алфеев был внезапно уволен со всех должностей, без вынесения какой-либо благодарности, в кавычках, за понесенные труды. На церковно-бюрократическом языке последняя деталь ясно говорит, что патриарх Кирилл был крайне недоволен митрополитом Илларионом. Все дальнейшие дискуссии и комментарии строились вокруг того, чем же Илларион мог так сильно досадить Кириллу. Как известно, Московская патриархия умело хранит свои секреты, и никаких намеков на то, что же именно стало причиной краха столь успешной карьеры Иллариона, никому найти не удалось. Пока не удалось. Почему я выделил красным? Потому что пока не удалось. То есть, пока не удалось. Да. Я открыто об этом буду говорить, но никого ничего не заденем, а просто его поведение покажет. Только на этом строится. И тогда в ход пошли самые общие рассуждения. Методом дедукции, двигаясь от общего к частному, были сформированы три версии произошедшего. Версия первая, в кавычках, украинская. Она предполагает, что митрополит Илларион был уволен за полный провал московской церковной политики в Украине. Действительно, решение собора Украинской Православной Церкви, состоявшегося 27 мая, последовательно и довольно бескомпромиссно антимосковские. Так, это... Минутку. Вот это что говорит? Дать я автокефалию. Я об этом говорил в разных городах и в Москве. Говорил это лет 5-7 назад. Дайте я автокефалию, иначе вы ее совершенно потеряете. Как будто слепые были. Да ну, да как, да даже игумен Кирилл Сахаров около храма Христа Спасителя-то. И я там выступал, говорил. И говорил, причины какие будут. Не послушали. Но я громко говорил неоднократно. Дальше. Это и выражение, в кавычках, несогласия с позицией патриарха Кирилла в оценке войны и выход из административного подчинения московскому патриархату и декларация о создании своих собственных приходов за пределами Украины, прежде всего в Западной Европе, для пастырской работы с беженцами и иммигрантами. Все три решения для патриарха Кирилла очень болезненные. Публичную критику своих действий, тем более от священников и епископов, он терпеть не может. Выход Киева из подчинения – это его ночной кошмар на протяжении многих лет. Параллельные, в кавычках. Подождите минутку. Вот видите, как четко и ясно фигура патриарха. А я с этим не согласен в данном моменте. Запомните это. Категорически не согласен. И было все по согласию сделано. Дальше. А параллельные, в кавычках, украинские приходы в Европе станут сильным ударом по приходам РПЦ, так как большинство прихожан там последние годы были именно украинцы. По должности за работу с Украиной в Московской патриархии отвечал митрополит Илларион. И предложение, что именно он назначен крайним за этот провал, выглядит логично. Однако Илларион... Однако Илларион не настолько самостоятельная фигура, чтобы проводить в Украине самостоятельную политику. Все шаги, все свои действия он согласовывает с патриархом, а чаще всего просто действует по его указанию. Не стоит забывать, что до назначения Иллариона председателем отдела внешних церковных связей эту должность занимал сам патриарх, в то время митрополит Кирилл. И именно он сформировал контуры церковной политики Москвы в отношении Киева, которой Илларион неукоснительно следовал. Слухи, будто Илларион якобы уговаривал патриарха Кирилла дать автокефалию
Украинской православной церкви и тем самым вызвал его гнев, выглядят очень привлекательно и работают на имидж Илариона. Но вряд ли стоит воспринимать серьезно. Нигде и никогда Иларион не выступал как самостоятельная фигура. Он всегда, в кавычках, работал по минимуму, кавычки закрываются, то есть добросовестно выполнял все поручения патриарха, не проявляя никакой инициативы и не желая Кирилла чем-либо прогневать. Версия вторая, антивоенная. Она предполагает, что Иларион не случайно стойко хранил молчание и не высказывался в поддержку СВО, специальной военной операции в Украине. На самом деле он против войны и не согласен ни с Путиным, ни с патриархом, и якобы даже сказал об этом где-то в узком кругу. Естественно, патриарху донесли. Патриарх разгневался и принял решение об изгнании Илариона. На основании доносов патриарх Кирилл и прежде не раз принимал крутые кадровые решения. Эта версия, хоть и опасная по нынешним временам, но, пожалуй, самая выгодная для репутации Илариона, особенно на Западе. По всей видимости... Так, вот это главное. Главное предложение. Запомнить потом. Можете красным сделать его и увеличить шрифт. Я до конца не успел даже прочитать, у меня тут захватили. Сейчас мы красным сделаем. Так и сделаем. А так, теперь сделайте его жирным и увеличите. Ого, прекрасно. Молодец. Эта версия, хоть и опасная по нынешним временам, но, пожалуй, самая выгодная для репутации Илариона, особенно на Западе. По всей видимости, он уже в январе знал, что готовится война против Украины. За месяц до начала российской агрессии в своей еженедельной программе на «России-24» Иларион обронил неожиданную фразу. Кавычки открываются. «Мы также знаем, что и в Америке, и в Украине, и в России есть политики, которые считают, что война – это правильное решение в данной ситуации. В Америке в этом заинтересовано, в частности, оружейное лобби. В Украине в том, чтобы начались полномасштабные военные действия, заинтересованы политические силы, которые потеряли власть и на этом хотели бы ее себе вернуть. А в России есть политики, которые напоминают о том, что наша страна никогда не проигрывала ни в одной войне. Следовательно, кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет. Здесь ссылка на сайт patriarchia.ru. И далее, кавычки открываются. Я глубоко убежден в том, что война – это не метод решения накопившихся политических проблем. Кавычки закрываются. Нет ни подтверждений, ни опровержений, что позиция Илариона во время войны изменилась. Версия третья. Особая миссия. Да, митрополит Иларион покидает Москву и, возможно, об этом очень сожалеет, но на самом деле он получил важное спецзадание. Великобритания уже ввела персональные санкции против патриарха Кирилла. Евросоюз активно обсуждает введение таких санкций, причем не только против Кирилла, но и против его ближайшего окружения. И хотя первую попытку введения санкций заблокировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, остается угроза, что рано или поздно санкции будут введены. Именно поэтому патриарх Кирилл срочно отправляет митрополита Илариона в Венгрию, где он сможет находиться в относительной безопасности и свободно передвигаться по всему Евросоюзу, выполняя различные, в том числе и деликатные поручения не только патриарха, но и Кремля. Не связано, в кавычках, не связано с недостатками, кавычки закрываются. Что же произошло на самом деле? Ответ на этот вопрос дает сам митрополит Иларион в своем прощальном слове с прихожанам храма
иконы Божьей Матери всех скорбящих радость на Большой Ордынке. Вот его слова. «Мне было сказано, что это решение не связано ни с какими-либо недостатками в деятельности отдела внешних церковных связей или общецерковной аспирантуры, или этого святого храма, или Черниговского патриаршего подворья, или других церковных учреждений, которые я возглавляю». Кавычки закрываются. Ну, тут и ссылка на коммерсант.ру, на сайт. Совершенно очевидно, что слова «мне было сказано» относятся к разговору с патриархом Кириллом. В некотором смысле слова патриарха звучат парадоксально и загадочно. Если его претензии не связаны ни с одной из многочисленных должностей, которые занимал Иларион, почему такое жесткое изгнание? Почему ни слова благодарности? Все-таки на этих должностях Иларион трудился более 13 лет, и не было никаких сомнений, что все это время он входит в ближний круг патриарха Кирилла. Вверху, это, смотрите, в некотором смысле слова патриарха звучат парадоксально и загадочно. Сделайте красными крупно. Угу. Мы эту загадку сейчас постараемся озвучить. О, жирным ее загоните. Отлично. В некотором смысле слова патриарха звучат парадоксально и загадочно. Если его претензии не связаны ни с одной из многочисленных должностей, которые занимал Иларион, почему такое жесткое изгнание? Почему ни слова благодарности? Все-таки на этих должностях Иларион трудился более 13 лет, и не было никаких сомнений, что все это время он входит в ближний круг патриарха Кирилла. Слова, которые приводит Иларион, прямо исключают только одну из трех версий, украинскую. Совершенно очевидно, что уход УПЦ Кирилл Илариона не винит. Вторая и третья версии остаются, но решающей роли они не сыграли. Ответ на вопрос о внезапном изгнании митрополита Илариона из Москвы лежит в иной плоскости, не церковно-дипломатической, не образовательной, не архипастырской. Что же тогда это может быть? Остаются только два варианта – финансовые нарушения и прямое указание из Кремля. Оба варианта возможны, поэтому стоит их рассмотреть. Версия четвертая – финансовая. На протяжении многих лет митрополит Иларион был не только дипломатическим, но и отчасти финансовым центром Московской патриархии. Он контролировал все деньги, которые передавали для православных католические и протестантские церкви и благотворительные организации. Его помощники превратили общецерковную аспирантуру в прибыльный коммерческий проект. Он запустил издательство, которое выпускало учебники для семинарий, но находилось в частных руках. Митрополит Иларион получал постоянную финансовую поддержку от государственных корпораций, крупных банков, фармацевтических компаний. Вполне возможно, что патриарх Кирилл проверял финансовую деятельность Илариона. Такие проверки могут быть как гласными, так и негласными. Хорошо известно, что Святейший крайне болезненно реагирует на информацию, что руководители церковных учреждений распоряжаются церковными деньгами без его санкции или открыто используют свое положение для работы со спонсорами по серьезным схемам, не ставя его в известность. Именно поэтому в разные годы патриарх Кирилл жестко уволил главного редактора издательства Московской патриархии протоиерея Владимира Силовьева, директора художественно-производственного предприятия Софрина Евгения Пархаева и митрополита ростовского Меркурия Иванова. Долгие годы митрополит Иларион был на особом положении. Все 13 лет его работы во главе отдела внешних церковных связей патриарх держал ОВЦС на голодном пайке, оплачивая не более 40% бюджета. Остальные деньги искал и всегда успешно находил сам митрополит Иларион. Возможно, именно поэтому он считал, что патриарх будет снисходительнее относиться к его коммерческим проектам. Однако времена меняются.
тех денег, которые патриарх Кирилл собирал в виде церковных налогов, ему уже не хватает, и изгнание Илариона – это знак всему епископату. С одной стороны, финансовая дисциплина в церкви будет еще более жестокой, жесткой, а с другой, поскольку никакой финансовой отчетности патриарх не публикует, коррупция останется на высоком уровне. Стоп! Нет ли противоречия в последнем утверждении? Как финансовая дисциплина может уживаться с коррупцией? Надо иметь в виду, что патриарх Кирилл выстроил государство в государстве. Дисциплина нужна только для того, чтобы он мог собирать деньги, которыми уже привык бесконтрольно пользоваться. Не случайно священники, отправляя деньги в патриархию, с горькой усмешкой говорят: «Деньги церкви – это личные деньги патриарха Кирилла». Версия пятая, кремлевская. В условиях войны Илларион перестал устраивать администрацию президента, и несмотря на то, что у него хорошие отношения с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко, тот решил, что заступаться за Иллариона не будет. В обращении к прихожанам, которое уже цитировалось выше, есть довольно интересный намек. В кавычках. «Было сказано только то, что этого, в скобочках, полной отставки Иллариона, требует нынешняя общественно-политическая ситуация. Можете считать, что дорога сделала очень крутой поворот. Я в него не вписался и оказался на обочине. Но это лучше, чем если бы я съехал в кювет, машина бы моя перевернулась и взорвалась». Здесь обращает на себя внимание обобщенно личная конструкция. Общественно-политическая ситуация требует. Это в кавычках было. Которую употребил Илларион. Она использована сознательно с целью показать, что не патриарх, а некая внешняя сила стала причиной его отставки. Вот это подчеркните красным. Некая. Ага. Отсюда. Эту фразу нужно сделать красным и жирным. И увеличить. Это как перевал Дятлова. Некая сила там рвала их изнутри. Вот так, хорошо. Здесь обращает на себя внимание общественно-личная конструкция, в кавычках, общественно-политическая ситуация требует, кавычки закрываются, которую употребил Илларион. Она использована сознательно с целью показать, что не патриарх, а некая внешняя сила стала причиной его отставки. Из дальнейшего объяснения следует, что эта сила весьма могущественная. Под ее действием машина может не только, в кавычках, оказаться на обочине, кавычки закрываются, но съехать в кювет, перевернуться и взорваться. Такая великая сила, ослушаться которую не может даже патриарх Кирилл – это Кремль. Что именно вызвало такое ожесточение Кремля к бесконечно лояльному Иллариону, сказать трудно. Вполне возможно, что на него, особо не разбираясь, списали все провалы церковной политики последних лет. Время военное, и если Кремль легко снимает генералов, то почему бы в поисках виновных не снять и митрополита? Он, с точки зрения Кремля, точно такой же чиновник на службе государства. Нельзя исключать, что резкое увольнение – это сочетание двух последних версий. В любом случае, патриарх Кирилл только выиграл. Он без особых усилий продвинул своего бывшего личного секретаря, а ныне митрополита Антония Севрюка, на должность председателя отдела внешних церковных связей, и тем самым, возможно, начал операцию преемник раньше намеченного срока. Так, тут фотография Сергея Чапнина. Старший научник, это получается
Его статья, да, Сергея Чапнина, старший научник, сотрудник Центра православных исследований Фордемского университета. Ну вот все. Автор статьи, вот Сергей Чапнин, вот этой статьи. Хорошо. А что это такая внешняя сила, которую не называют они? То есть может я... быть, это злые, ну как бы дьявольская, сатанинская сила? Именно так, но она выражается в людях. Масонство. Масоны. А да. Масоны, да. И вот, говорит, он сядет, как в храме, в общую, так сказать, концепцию их, называют они. Вот это все вписывается, но при нем, но самая правильная позиция у Илариона. У меня есть где-то несколько роликов, где я его трогал очень сильно. Но я не думаю, что он обиделся. Но вот здесь он показал себя совершенно с другой стороны. У него там друзья там показывают сколько, и он ролик за роликом ставит, там, я не знаю, 13, что ли, роликов только про нечистую силу. Представь, а нечистой силы, человек такого образования, музыкант, композитор, это чего-то стоит. То есть у него глаза открытые. И далее, сегодня утром он мне поставил везде точки. Читает Библию по урокам, пошел, по порядку. Кто читает, там неизвестно. А написано Иларион Алфеев. Голос не его. Он только дает ремарки. А вот теперь уже по частям можем разложить. Это при том я ничего не добавляю. И тут рассуждения все правильные. Все тут они за деньги. Они любого посадят куда надо. Но здесь-то совсем другое. Он выиграл. Им теперь нужно показать, что есть один талантливый человек, с которым... В ближних связях, а раз он международный, он с международными связан-то. У него со всеми хорошие. То он у папы там благословение принимает, то выступает. То есть этот человек вписывается в их конструкцию. Но он сейчас занялся совершенно не тем, чего от него желают. Он сейчас ведет себя как человек талантливейший. Он на первое место поставил Слово Божие и подводит его в толкование на сегодняшнюю ситуацию. Вот в этом весь смысл-то, они-то еще не понимают. Не запятнанный человек, а это далеко-далеко, и к Кремлю идет, и кто его патронирует, вышестоящее начальство, а он один остается на этом просторе. Тем более у венгров, да там у нас на Алтайском крае благочиние одном, митрополии больше прихожан. И он там уже показывает себя как талантливый. Да, у него были промахи немаленькие. Этот Антоний Блюм, когда он приехал, его там начал, и Антоний Блюм против него выставил, митрополит великобританский, там, или как его назвать правильно будет, западноевропейский-то. И вот в этом весь смысл. Как-то мы беседовали с одним важным чином. Мне приходилось беседовать в кругу епископата. И я сказал... Ну вот у них Тихон, говорит, он вроде бы духовник у Путина, Шевкунов. Я говорю, за него молитвы у меня нету. Почему? Нету молитвы. Я на себя настраиваю, и все. А Илариона слабо так поминаю изредка. Сегодня он у меня ежедневно, и днем, и ночью. Почему? Он в этом нуждается. Если он сделает хотя бы один шаг, не соответствующий, что на него поставили, это грозит ему аварией. Машина, которая может взорваться. Слова-то уже ими сказаны были. И я Шевкунова сразу сюда прилепил, он у меня сразу пошел на молитву. Я молюсь, когда утром, вот кто наши утренние знает, то можете зайти завтра утром, по-нашему, это получается в 5 часов, а по Москве это сейчас ночи. Я их поминаю вместе. Патриарха, Папу Франциска, Старообрядческого Корнилия, я всех поминаю. А эти теперь у меня вместе идут. И Алфеев, и Иларион, и Шевкунов, Тихон. Вот. К чему опять говорю? К тому, чтобы настроить, к тому, чтобы он не сделал большой ошибки. Иначе они его сразу сметут. И какая неведомая сила, вы ее назвали. Это так и есть. А я этой силой занимался. Не упадите только с испугу. 14 лет
меня когда судили, то пленки назывались, пленки это катушки. М1, М5, то есть масон 101, 2. Мне сказали, если еще на эту тему писать, то только интервью с Антихристом. Поэтому я взял все дореволюционное, все со всех стран, какое мог достать. Где там большая библиотека, там что есть в Синоде, в Нью-Йорке. И что писали советские, я все абсолютно вобрал в это. И мне эта тема известна как на ладони, я могу о ней беседовать. Короче, Виталик, кто знает, кто такой? Кто такой Виталий Коротич? Какой нации он? Вы меня слышно? Очень хорошо слышно. Который это проносит, что будет в Сибири пророк маленького роста. Да? Нет. Он главный редактор журнала «Огонек», центральный журнал Советского Союза был. Он еврей. И у него большая статья есть. Основатель Израиля, тире, держитесь, не упадите, Адольф Алоизович Гитлер. А тут приписывали Сталину. Он по полочкам все разложил. Тут мы полностью с ним согласились. Потому что в Освенциме театр один работал, только еврейский. В каких они условиях там жили. И как в 1948 году образовано было государство. Ну, тут уже понятно, кто действовал. Мне бы об этом уже и не говорить не надо. Дело прошлое. Это у меня все прошло по уголовному делу, когда меня судили. Но материал мне этот очень и очень известен. И все это на основании Библии. И я к чему говорю? К тому, чтобы молились, раз уж, если примете то, что я сказал об Алфееве и Ларионе, то попутно и Шевкунова взять. Потому что если он близкое отношение имеет туда, они у меня сразу объединились в молитве. Почему? А потому что оттуда идет. Там, говорит, называют, и главное, это не патриарх. Не патриарх, это Кремль. И главное, это не Кремль, а кто в Кремле руководит откуда. Вот что такое. Мне даже добавлять не надо, кроме того, что какие они разбирают. Но они не знают, что главное. Вот, если вы не видели, один ролик называется «Дятловский этот», кто там все это делал, кто их убил. И там сколько версий, там счету нету. Определенно сделал дьявол. Эта местность была их, там от Артон туда не приближаются, там и проще это. И дьявол с ними, главное что, ломал ребра, и ни одной гематомы нету. Удар был сделан изнутри, с силой быстро текущей бегущей машины. Вот как писали они. Почему изнутри дьявол? Он вырывал им языки, глаза. Ни одного верующего не было. И они готовили это. А опровергнуть, что нечистой силы нету. И последний снимок, именно вот это, что там летало где. Но это другое, другая тема. Но это все-таки идет оттуда. Да благословит Господь. Потому что они все опубликовали, я взял это вот сейчас из интернета. И вот главная цель – сохранить, они ставили на него, он всем известен, с папами, сохранить его незапятнанным с тем, что сейчас делается по соседству. Это все вот получилось. И он время не теряет. Сколько он выпустил роликов отдельно об апостоле Павле, где снимает, видно, аппаратуры не наши эти копеечные. И дальше, он когда сейчас он взял Библию, ну тут уже все, мне говорить больше нечего. Молитва услышана, Бог ответил, он с Библией в руках. Вы найдите хоть одного митрополита за всю историю, чтобы он насчитал или от корки до корки Библию. У меня я ее дважды насчитывал. Первый у меня уничтожили, когда арестовывали, а второй я, вернувшись, снова насчитал. Я могу сказать, сколько гигабайт, сколько время занимает. 89 часов 38 минут. Полная Библия, не торопясь. Вот как. И он сейчас считает, его чтение, какое доступно, я сегодня все слушаю. Может, это не его голос, но это по его написано. Чтение Библии с первой страницы Алфеев Иларион, митрополит. Игнатий Тихонович, он Библию уже начитывал года два назад. Это уже второй раз. Не знаю. То я не знаю. Надо я слушала. Найти надо где-то. Это благословение Господне. И он у меня в молитве сразу соединился с Тихоном. Я сам удивлен.
когда я беседовал, священники, там, архиереи, я когда сказал, за Шевкунова, вот у меня нет молитвы, они, нет молитвы. Да, и они так переглянулись, как бы весело, что, дескать, надо же, мы знали, что вот это вот так подняли. Нет, не в этом дело, это не мое. Это я молюсь и сразу же его забываю. А сейчас они у меня идут вместе. Вот такая, брат, картина. Как выглядит. Я все это говорю к тому, что вы помолились. Ставка на него большая. Что даже если патриарха не будет, он сразу на его место может быть поставлен. Им нужен человек, который все делает, как он. Но судя по тому, что он сейчас делает, Господь может защитить его. Раньше времени взять. Все у меня. Спаси Христос, Игнат Тихонович. Слава Иисусу Христу. Вовеки слава. Назначайте. Хорошо. Сейчас я посмотрю. Открою. Так, так, так. Так. Отец Наум у нас здесь нет. Наум Израилевич, вы здесь? Да, я здесь. Ну, Борщуков, суть такая, что у нас заканчивают тут молитвой, а потом кто-то должен совершить молитву своими словами. Ты можешь это сделать? Да, это завершить молитву. Да. Как кто-то тут будет, ну, я не знаю, там что-то они там, кандах какой-то пропоют. И тогда в конце прославь Святую Троицу и громко скажи аминь. Кратко да. Помолись. Все, во славу Божию. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Достойно есть якова истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово росшую, сущую Богородицу тебя величаем. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа прославляю тебя, Господи Иисус Христос, в трех лицах Отца и Сына и Святаго Духа. Благодарю тебя, Господи, что ради нас ты принял человеческую плоть, чтобы принес себя в жертву за грехи наши. Воскрес из мертвых для оправдания нашего. Благодарим тебя, Господи, и славим тебя за все, что мы имеем Слово Божие, и исполнять его. Даруй нам мудрости, как к разумению Священного Писания. Даруй нам мудрости, как исполнять, прославлять имя Святой Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. 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 Спаси Христос. Спаси Христос. Аминь. 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 Спаси Христос.